Блоки биологической очистки предназначены для очистки сточных вод от органических загрязнений. Такие сооружения начали реконструировать в Заволжском районе Ульяновска. Для начала на первой части имеющихся отстойников рабочие демонтировали оборудование, готовятся восстанавливать бетонные стенки. Вторая часть пока работает и очищает стоки. Здесь же возводят новый блок биологической очистки объемом около 25 тысяч кубометров. Технологии, они раньше располагались в существующих блоках, а теперь выносятся в отдельные стоящими. На данном этапе мы залили бетонную подготовку и выходим на заливку стен и днища котлованов и резервуаров. Будет полностью новое оборудование. На существующих блоках тоже будет замена оборудования 100%. И 100% новые трубопроводы. До начала зимы подрядчик завершит все земляные работы. На данный момент залито основание. До конца года на новых вторичных отстойниках планируют завершить все бетонные работы, залить стенки и дно резервуаров. В 2023 году начнется монтаж трубопроводов, скребков и другого технологического оборудования. По словам замдиректора Ульяновского водоканала, работы выполнены на 15%. При реализации проекта качество очистки, как я еще раз говорю, будет улучшено, будут достигнуты те параметры, которые нам продиктованы уже в дальнейшем экологическим законодательством. Это согласно справочнику НДТ-10 2019 года. И можно сказать, что у нас очистка сточных вод, которые дальше попадают в реку Волга, будет улучшена. Весь процесс очистки будет автоматизирован. Ожидается, что после модернизации сооружений исчезнет специфический запах, исходящих от них сейчас. Общая стоимость работ составит 3 миллиарда рублей. Большая часть из этих средств направляется региону от федерального центра. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024-м. Напомним, в 2020-м на Заволжских очистных запустили станцию ультрафиолетового обеззараживания. Это был первый этап реконструкции. Ультрафиолет убивает микробы и вирусы, а раньше для их уничтожения использовали хлор, что было небезопасно для окружающей среды. Все сооружения ремонтируют и обновляют по нацпроектам «Экология и оздоровление Волги». Анна Тищенко, Управда ТВ.